Всем привет, дорогие друзья, с вами Бази, мы с вами продолжаем проходить карту в игре Far Cry 1 под названием Broken Image 2.0. Это у нас уже шестая часть прохождения этой карты. Ну что, погнали. Остались с вами вот на этом месте, паркур. Мы должны это все перепрыгнуть здесь, короче. Раз. Два. Три. Четыре. Блин. Я хрен знает, как это пройду. Там сколько попыток было. Блин, я эту херню должен пройти. Я все равно рано или поздно это пройду нахер. Все равно пройду нахер. Блин. Тварь, а. Все получится. И мы пройдем дальше. Да что ж ты будешь делать? Чё за хрень? Блин, на что не нажал вот за это? Ладно, окей. Сейчас все будет. Так. Так. Блин, ну чё ты падаешь, блин? Так, всё, давай соберись, Вадим. Не получается все, блядь. Блядь, да ладно. Да ладно нахер, я прошел, прикиньте. Да ладно нахер, не верю. Чё за звук был? Появился, мразь. Портал какой-то открылся, да? Так, подожди-ка. Если я уйду сейчас. Ну-ка, я проверю просто. А, понял. Ну да, конечно, сейчас идем в портал. Посмотрим, что там будет. Ну да, там, скорее всего, будет сейчас ад нахер. Жесткий. Надеюсь, дверь сейчас откроется. Воу. И мы телепортнулись, ребята, с вами. В самое начало игры. Обучение нахер. О, да.
оно самое. Кстати, а тут может, мы тут можем найти интересную модель какую-нибудь? Я тут все посмотрю сейчас. Все места смотрю. Так, нет, я туда пока прыгать не собираюсь. Хочу еще то место смотреть. Вот где тут у нас? Лестница, значит, да? Неужели здесь тупик тупо и все? Модель, куда идти? Че, сюда зря пришел, что ли, по-моему? Ну да. Ну ладно. Окей. Так. Ух, нихера себе. Не, ну это жестко. Все, артефакт я взял. Этот шар. О-о-о. Вы это слышите, ребята? Добавили их там. И музычка заиграла. Отвали от меня. Так, я хочу, короче, взять. Вот это вот. Ты не сдох? Падла вонючая. Броник теперь надо искать. Нет, тут ничего не изменилось. Ладно. Окей. Да пошел ты нахер, блин, что ты меня задеваешь? Сохранение, все хорош. Доплывись до кастера, плывать с острова? Нет, подожди, тут еще у нас секретище. Надо сейчас еще подойти к артефакту. Тому самому. Все, там нахер активировать. Так, все, можно сюда, короче, уходить. Сейчас поедем. Быстренько. Я, короче, сейчас записывать не буду, как я буду идти к тому месту. Но вы, наверное, понимаете, о чем я. Там, где мы, короче, 4 карточки, типа, использовали. И рычаги использовали. Там нужно, где вот этот артефакт белый шарик поставить. Вот. Ну что, ребят, я сюда пришел, короче. Прибежал. Вот, сейчас посмотрим, что тут, какие изменения, может быть, есть. Сейчас мы ставим артефакт. Вот сюда вот. И посмотрим. Так. С
телепортирует нас опять сюда. Сейчас вот капец что будет. Ушел отсюда, мразь! Короче, понятно все. Все понятно сделал. По моей стратегии, старый добрый. Я не должен здесь, короче, застревать, вот сразу все быстренько пройдет и все. Да ладно, вы что, серьезно? Сломали лестницы? Как это место нахрен пройду? Или куда-то мне в другое место надо идти? Пошли все нах. Тут мелкий, по-моему, сидит. Крыска, а, сидит тут. Крыска там сидит, не хочет вылазить. Мразь. Так, дальше что? Все. Следующий этап давай. Тут я, пожалуй, возьму снайперскую винтовку. Блин. Вот так вот. С ноускопом, скотина. Че там добавили? А, точно. Ну, самого себя нахер убивает. Чё, рискну, что ли? Рискую, ребята, рискую. Все хорошо. Все. Что сейчас будет?
Так, ну что, разбили все на них. Опа. Смотрите-ка, что у нас здесь. Да ладно нахер. Ни хрена себе. Добавили здесь секретов. Смотрите, что у нас здесь. Открылось кое-что. Так, погодите, у меня что-то ресница в глаз попала. Сейчас мы то место обязательно, конечно же, исследуем. Что-то у нас там открылось. И судя по звукам, там их дохренище просто. Офигеть. Сейчас это все соберу. В смысле? Ни хрена себе там. И как мне туда? Что это за фигня такая? Я что-то не понял нахер. Что за издевательство? Не, я туда не хочу, ребят. Давай я сохранюсь вот здесь вот. Не, туда вообще не хочу идти. Ну я попробую там сейчас всех убить, короче. Ты чё сюда запрыгиваешь, тварь? Короче, насрать на вас. Ну это пипец, конечно. Я в шоке. В смысле? Я все еще жив? А почему? У меня бесконечно... Ничего себе, да ладно. Я могу возвращаться туда. Что-то здесь слишком жестко. Не, я лучше заново начну. Просто. Ну, надо пройти как-нибудь это место. Походу, самое сложное место. Но... Самое трудное, блин. Не так вот. Что же там добавили такое? Я буду со снайперки мочарить их, вот этих вот гигантов. Стоп, подожди. Пипец здесь. Хереть можно.
Там очень много их. В том месте. Ё-моё. Я хз, как в то место пройти. Это капец какой-то. Хрен его знает. Короче, начинаем заново. Спалил меня. Нася, во, блин. Да я же тебе прям в лицо стрелял. Ну как так не умираешь? А, че я не вижу-то? Боже, он прям передо мной стоит, нет. Невидимка эта, блин. Получай! Я тебя закончу, новый людок! Получи! Получай! Опа. Ты что, на тут идешь? Нет. Не уходи. Где он там стреляет? Тут не пойму. Я тебя закончу, новый ублюдок. Получи. На тебе в лицо прям. Хорош. Окей. Что это такое? И что я сделал? Интересно. Пока я ничего не понимаю, нахер. Бля. Опа, смотри, что здесь. Третий модулик, ребят. Модель внедорожник, ребят. Вот, все. Хорош.
Короче, ребят, я сейчас рискну. Сохранюсь здесь. На этом сложном месте. Сейчас как-нибудь пройдем. Так. На, мразь. Все. Тут, кстати, много рычагов на самом деле. Многовато. Что я сейчас делал? Короче, ищем все рычаги. Что-то не открывает. Вот я случился совсем случайно вообще. Заметил. Ну где же тут еще? Тут все вроде. Все, мы тут открыли. Давайте дальше смотреть рычаги. А. Это типа еще один рычаг вон. Ну-ка. Давай. А, понял. Портал открывается. Окей. А как я до него открою? Это, допрыгну нахер. Этого портала. Чего? Это что за хоррор? Я ничего не вижу нихера. Не, вообще ничего не видно. Стоп, давайте заново начнем. Прямо ничего не видно. В смысле, блядь? Это что за эти? Жудец полный. Окей, я иду просто вперед туда. Там красненько появился, видите? Окей, я пойду туда. Там появляется какое-то тело. Хера себе, блядь. Офигенно. Так, сзади никого нету. Охренеть просто. Ну и идея тут, конечно. Блин, ну идея классная. Мне очень нравится, на самом деле. Так, а чё я не бегу-то?
темно, капец, конечно. Так, дальше что? Ну, здесь я по-любому должен получить модельку. В любом случае. А, тоже всякие этапы, да? Тут сейчас какие-то, это... сложные будут боссы. Монстры. Да, ребят, все труднее и труднее. Видите, какие уже? Я понял. Все, хорош. Так, моделька, да? В смысле, блин? Модельку мне. А меня не кружили, охереть. Что мне нужно. Так, сохранюсь сразу. Все. Я теперь научился сохраняться, блин. Очень полезно теперь. Прям вообще. А. Понял, понял. Это невидимки. А, не, подождите, нет. Ничего подобного. Это у нас выбор какой-то, да? Могу туда пойти, могу туда пойти. Интересно. Это у меня типа был выбор. А, не, все-таки мне туда придется прийти. То есть два места посмотреть, исследовать. Ладно. О, модельку вижу. А, не, мне показалось зависка. Вези модельку, мерещится реально. Что за кошки-мышки? А где монстры? Я что-то был вроде? Нет? А, не, я просто должен теперь, что ли, или что? Охереть. Пиздец, блядь. Идите нахуй. Это, конечно, реально трудно. Я тут сгораю сразу, да в смысле? А, мне получилось. Ладно, окей, я буду стоять на месте, подождите. Типа, когда сохраняюсь, я не должен нажимать уже вперед. Я должен стоять. Даже назад отходить должен. Да как я... Я не понимаю. Ну что, будем? Полная жизнь.
понятно. Может их ослепить нахер? Блин. Короче, ладно, ребята, этом я заканчиваю. Шестую часть Grey Far Cry 1, Broken Mage. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите. И всем пока. В следующей серии будем продолжать проходить эту игру. Обязательно пройдем это место.